Добрый день, друзья! Еще раз с вами снова Александр Иванов. И я вам расскажу о парке, в котором я нахожусь. Это Вашингтон-сквер. И, в общем, этот парк окружен университетами, и здесь в основном студенты. Как известно, Нью-Йорк находится на островах, возле моря и так далее. И вообще, здесь много мест, где можно покупаться. Но отдохнуть, загорать можно даже в парке. Сейчас вы все увидите, как выглядит студенческий парк в центре Нью-Йорка, в центре на Манхэттене. Зачем ехать на пляж, если есть парк? Ну, если говорить опять о стиле жизни, о разнице между нами и американцами, ну, вот, например, вот такие вот парки. Прикольно, не находите? Вот. Люди просто загорают в парке. Но еще больше люди тут еще и купаются. Сейчас все увидите сами. Здесь, кстати, часто музыка играет, какие-то музыканты. Можно во что-то еще поиграть. Крутое место, мне нравится эта движуха. Вот, давайте сейчас посмотрим, как можно искупаться в центре Манхэттена. Прикольно, мне тоже самому захотелось искупаться. Вот. Да, купаются даже взрослые люди. Это классно. Итак, еще что бы вам тут показать? Ну, здесь разные музыканты есть в парке. Сейчас мы кого-нибудь найдем обязательно. В Нью-Йорке не может быть парка без музыкантов, честно. Какие-то послания американцев, которые написаны мелком на асфальте. Вот я уже слышу музыку, а значит, будут музыканты, можно послушать, попить кофе и послушать уличных музыкантов. Ребята вообще молодцы, мне нравится, как играют.
Короче, в таком парке можно легко найти себе занятия, собеседника и так далее. Интересные места. Собственно, вот вам еще один кусочек из жизни Америки. 5 минут в любом сквере Манхэттена можно увидеть подобную картину. До связи, друзья, с вами был Александр Иванов.